Берт Триммер. Особенностью этого водонепроницаемого триммера является оригинальная система лазерного наведения, позволяющая точно увидеть, откуда именно следует удалять нежелательные волоски и добиться таким образом максимальной четкости и симметричности линий бороды или усов. Как и лучшие станки для бритья, этот триммер наделен острыми, но безопасно расположенными лезвиями для точного подравнивания, самозатачивающимися во время использования. Устройство является двусторонним. Качественное подравнивание на щеках обеспечивает более широкая сторона размером 32 мм. Узкая же, всего в 15 мм, позволяет комфортно обработать места вокруг рта или под носом. Стоимость девайса составляет около $100. Майки. В отличие от большинства существующих сегодня мультиинструментов, майки имеет компактные размеры и внушительную прочность. Открывалка для бутылок, нож для вскрытия посылок, мини-фомка, гаечный ключ на 10, 8, 6 и 4 мм, плоская отвертка и держатель для бит скомпонованы на одной монолитной титановой пластине весом всего 5 грамм, выполненной в форме обычного дверного ключа, который можно подвесить на брелок и иметь всегда под рукой. Майки производятся из титана, отличающегося высокой износостойкостью, и имеет габаритные размеры всего 56 на 24 мм. Стоимость такого мультитула составляет $22. Hypercool. Этот мини-холодильник предлагает своим пользователям оригинальную технологию охлаждения жидкости в жестяных банках емкостью 33 литра. Происходит все по следующему алгоритму. С вечера пользователю холодильника предлагается залить водой из-под крана специальный контейнер, затем поместить его в морозилку обычного домашнего холодильника примерно на 10 часов. Утром контейнер со льдом вкладывается в корпус портативного холодильника, а специальная накладка со встроенным двигателем заряжается парой батареек формата 2А. Теперь готовое к использованию устройство можно брать с собой в путешествие. Когда нужно охладить напиток, вы должны прокрутить специальную ручку-накладку, которая приводит в действие охлаждающий механизм. Стоимость гаджета составляет $79. Fishing System. Этот девайс представляет собой компактную удочку. Представьте, что с ней вы можете отправиться в любую точку мира, и вам не нужно беспокоиться о том, что вы можете повредить или сломать ее. Вы можете поменять местами части из набора в соответствии с тем, какой метод рыбной ловли вы используете. Минимальный размер самой компактной версии для транспортировки составляет всего 25 сантиметров, которую вы можете положить даже в карман. И весит она очень немного, всего 220 грамм. Стоимость набора с удочкой начинается от $179. Данго. Этот гаджет представляет собой кошелек, в котором можно носить банковские карточки, наличность и некоторую мелочь. В него можно вместить 12 пластиковых карт. Все это надежно фиксируется специальным зажимом. Но главная фишка кошелька Данго состоит в том, что его основой стал универсальный инструмент с 14 функциями. Сделан он из анодированного алюминия. Данный материал отличается невероятной легкостью и прочностью. Что касается функционала, то он весьма разнообразен. Счастливый обладатель найдет здесь много полезных инструментов, от старых добрых ключей и отверток до выколотки, пилки, ножа, открывалки и линейки.
Заказать такой гаджет можно по стоимости $69. Трой Джобайк. Этот велосипед оснащен системой GPS, которая не может быть ни выключена, ни удалена, ни уничтожена ворами. Датчик надежно закреплен внутри рамы велосипеда. Его батарея работает без подзарядки до 3 месяцев. Датчик велосипеда использует все доступные спутниковые системы для определения местоположения. Если вы далеко от своего средства передвижения, вы можете запросить его местонахождение в любое время. Обойдется такой велосипед, однако, недешево – $2200. Рэк. Этот магнитный браслет пригодится тем, кто затеял стройку или ремонт. 10 магнитов, встроенных в браслет, окружает все ваше запястье. На него вы можете прикрепить винты, гвозди, болты, шайбы и гайки. Приспособление очень удобное, так как не нужно беспокоиться о том, куда положить все мелкие детали. По факту все они находятся у вас на руке. Браслет легко регулируется, поэтому он подойдет Стоимость такого девайса составляет $13. Карбон Ива. Это самый прочный бумажник. Под мягкой на ощупь высококачественной кожей этот мини-кейс оснащен 2 металлическими пластинами из нержавеющей стали и алюминия. Задняя часть из нержавеющей стали обеспечивает непревзойденную жесткость, в то время как передняя алюминиевая пластина обеспечивает прочность. Можно не бояться, что ваш бумажник упадет в лужу или грязь. Он надежно защищен от воздействия внешних факторов, благодаря чему он сохранит полностью то, что внутри него. Заказать такой девайс можно по стоимости $55. Traveler. Этот кожаный кейс прекрасно подойдет для хранения кистей для бритья. Он надежно защитит их щетину и не даст им повредиться. Можете также не беспокоиться за свои бритвенные станки. Они тоже под надежной защитой от изнашивания. Traveler легко войдет в любой предмет ручной клади, чемодан или пакет. Конструкция девайса позволяет вмещать достаточно много деталей вовнутрь. Стоимость такого кейса составляет $100. Beard Bip. Эта накидка предотвращает попадание сбритой бороды или волос в ненужные места. Чтобы начать пользоваться, прикрепите специальные присоски-крючки на зеркало и оденьте на них петли накидки. Если вам нужно отойти в процессе стрижки, вы можете запросто снять накидку и повесить ее на те же крючки, таким образом ничего не просыпав. Когда вы соберетесь очистить вашу накидку от волос, на ней не останется ни следа от мусора благодаря ее покрытию. Стоит такой плащ для стрижек $30.